Так, всем привет. Новый день у нас. Еле как установила эту подставку под телефон. Она мне все время падает. Если вы знаете какую-то классную подставку под телефон, напишите, пожалуйста, я в поисках. Сегодняшний день начался вообще сумбурно. Так и продолжается в течение уже половины дня. У нас закрыли все школы на карантин из-за большого количества заболевших ОРВИ, ОРЗ. В общем, Кирилл у меня остался сегодня дома. Сейчас я увезла его на занятия. На губах, кстати, у меня уже подстерся, но карандаш Essence, который мы добиваем с вами, я вам уже говорила. В общем, сейчас я приехала забрать заказ. После я встречаюсь в городе с девочкой знакомой, договорились погулять. И как раз совпало так, что сегодня хорошая погода, но из-за того, что резкий перепад температур, на дороге ужасные сугробы, ужасная дорога. Я прям ехала на нервиках вся. И сейчас хочу оставить машину в привычном уже мне месте. Я так часто делаю возле школы. И пешком пойти купить кофе и встретиться, погулять. В общем, после обеда я свободна. И это для меня как глоток воздуха, потому что полдня я сидела дома, хотя у меня были планы на первую половину дня. Но, в общем, так случилось. Как случилось? Еще мне нужно забрать сегодня Валберис. Вот, не забыть. Вроде бы все рассказала вам, что сегодня. Я планирую на сегодня плюс один, и это потрясающая погода, тепло, но все равно нужно взять варежки. Я вот в машине всегда у меня лежат, чтобы гулять. Увидимся позже. Так, девчонки, не показала вам уже свой парфюм на сегодняшний день. Сегодня у меня парфюм от, называется Lavamp. Писала уже на них пост в Инстаграме. Очень такой вкусненький, красные ягодки какие-то. Хотела вам рассказать, сейчас пойду за Захаром. И пока не ушла, рассказать про декабрь и мое питание в декабре. Кто не знает или кто знает, повторюсь, я сижу на диете подсчета калорий уже около 5 лет. И я делаю небольшие перерывы, когда я езжу в отпуск, соответственно, я кушаю все. И раз в неделю по пятницам я себе позволяю кушать все абсолютно, и при этом я худею. Я добилась своего идеального, как мне кажется, на мой взгляд, веса. Меня все устраивает, то есть сейчас я поддерживаю просто свой вес, но все равно питаюсь на 1400 калорий. На данный момент в течение 2 месяцев, наверное, я не занимаюсь никаким спортом, кроме активности. Для этого у меня есть часы, которые помогают мне следить за моей активностью. И что касается декабря, то до 6 декабря я сижу на диете, как обычно, а с 6 декабря по 6 января я делаю перерыв, беру себе перерыв, когда я буду все кушать. Я, конечно, знаю, чем это закончится, я постараюсь без срыва, без всего, но, как правило, это заканчивается плюс 2-3 килограмма. Но я подустала, я истощена морально, поэтому мне нужен этот перерыв. Последний раз у меня был перерыв в сентябре, когда мы ездили в отпуск на пару дней буквально, поэтому мне нужен этот перерыв. Вот, и я буду все кушать, я очень рада, но когда я все кушаю, я забрасываю спорт, в этой ситуации будет чуть-чуть иначе. В общем, все эти дни, 6 декабря по 6 января, я буду стараться проходить шаги, отслеживать свою активность по часам, как я уже сказала, без спорта, но хотя бы, когда я делаю 10 тысяч шагов в день, это мне помогает придерживаться и не поправляться. Вот, за окошком уже темно. Время, кстати, у нас сейчас 4:30. Вот, нам еще сегодня ехать на танцы, поэтому побежала за Захаром, потом немножко отдохнем и поедем на танцы. Так, будем открывать вот такую коробочку, которая пришла с Озона. Это самый вкусный шоколад, который я пробовала все время. Ну, не считая, может, Таблерона, разве что. Это, сейчас я вам покажу. Смотрите, мы заказали целую коробку. Это тот турецкий шоколад, который я покупаю всегда в Турции. Привожу, по-моему, по 2 или по 3 лиры стоит одна шоколадка. Тут оригинальный. Вот, целая коробочка. Сейчас
Всем доброе утро. Немножко болит горло, поэтому охрипло. Мой завтрак на сегодня, пока я еще на диете. Я, кстати, пью, не показывала вам, лецитин. Для работоспособности лучше, для мозга, для сердца он, для поднятия энергии какой-то. В общем, кофе, жареное яйцо, немножко сыра бри и капуста с помидоркой. В общем, всем приятного аппетита, если вы завтракаете. Сегодня у нас плюс 2, смотрите, как светает процесс становления ледяного городка, елки. Елка уже почти готова, вот ее украшают. Городок тоже строят быстрее, чем в центре, уже вот горочки. Я иду в аптеку. Так, мой лучок. Не знаю, почему у меня включается постоянно фонарик. В общем, я только что пришла с улицы. Сегодня у меня моя шапка, куртка. А сейчас расскажу про этот свитер. В общем, это потрясающие трендовые бомбезные штаны от Stradivarius. Pull&Bear похожие. Сейчас это полный такой тренд этой зимы. Они вот с такой необрамленной, видите. Сейчас намокли, потому что у нас сыро. В общем, крутые, я очень ими довольна. Вот идут размер. Что касается этого свитера, он крутой, но я думаю, вы догадались, что его выдает. То, что он у меня старый, ему 100 лет в обед, это вот эти шипы. Сейчас я буду заниматься тем, что отрезать эти шипы, и тогда свитер будет действительно крутой, потому что он очень уютный, такой вот классный. И, в принципе, он актуален будет всегда, если убрать вот это. На губах у меня сегодня, как всегда, карандаш Essence. Он у меня практически, из-за того, что я его очень много точу, он у меня практически закончился, и за пару дней я его добью. Так что я очень рада. Вот, всем хорошего дня. Так, девчонки, после ковида у меня сильно выпадают волосы. Хотела показать, чем я спасаюсь на данный момент. Сейчас втираю активно волосы, два вот этих компонента сыворотки. Вот эту сыворотку я беру уже, наверное, раз третий. Вот так она обычными ампулками выглядит. Здесь 8 штучек. У меня осталось тут 3. Раз в неделю я использую вот это. Силен, тут активный компонент, который вот как бы способствует остановке выпадения волос. Бюджетный бренд этот. У них есть еще с кератином, еще какие-то, в общем, на чистые волосы, когда вы уже помоете, посушите, вы наносите, втираете в корни вот это. И раз в неделю я использую тоже от комплимент, но термоактивный комплекс с экстрактом красного перца для укрепления волосяных луковиц. Здесь у меня осталось, потому что я сегодня использовала две ампулки, это по-другому. Нужно носить на такие грязные волосы, активно втирать, одевать шапочку, полотенце, ходить, по-моему, полчаса, вот тут написано, 30-40 минут, но я хожу всегда больше, 40 час, где-то вот так. Тоже раз в неделю, это в начале недели, это в конце. Вот, и так как сегодня четверг, по четвергам у меня кислоты, всегда использую кислоты, сегодня у меня будет вот такая масочка. Она была практически цела, но я отлила подружке своей на пробу ее. Вот осталось немного у меня. А вот эта маска, очищающая с авокислотами от Eva Aesthetic. Беру ее второй или третий раз. Это обалденная маска, которая выравнивает тон кожи, сужает поры, делает кожу такой мягкой, шелковистой. И сегодня у меня вечером еще скрабирование губ. Вот этому сахарному скрабу у меня год, ровно год. Мне его на день рождения дарили, смотрите. Осталось на 2-3 раза, по-моему, со вкусом малины. Ага. И вот карандаш, про который я говорила, сколько его осталось, вы видите, просто, я думаю, пару дней, и я его добью. Так, девчат, хочу показать вам посылочку, которую я заказывала на Черной пятнице. На самом деле, в этот год получается так много посылок на Черной пятнице. Вот, потому что были хорошие скидки. Это посылка от Литуаль, которая ко мне очень и очень долго шла. Все заказы с Литуаль идут очень долго.
То есть вы ее оплачиваете, заказываете и просто забываете о ней. Вот. Коробочки у них теперь, смотрите, какие классные, стильные. Быть на одной волне с тобой – это угадывать твои мысли. Подарков я и не жду, понятное дело. У них ничего нет. В общем, я заказала свой любимый тон. У меня всего два любимых тональных средства. Это Yves Saint Laurent Touch Club, который сейчас у меня. И Shiseido Synchro Skin Glow. Обожаю этот тональный. Беру уже второй раз. Первый у меня закончился ровно год, наверное, назад. У меня оттенок Natural 3. Сейчас покажу вам. Я его взяла на запас. А в Европе его сняли уже с производства, я слышала. Поэтому я решила запастись и купить. Буду скоро его открывать. Вот так он выглядит. Всем доброе утро. Решила начать это утро с ответов на вопросы, которые я оставляла в Инстаграме для влога. Здесь не так много вопросов, но все же я отвечу на них сейчас, чтобы уже не откладывать долгий ящик. Первый вопрос задается достаточно часто от... одного-двух человек примерно одинаково. Когда собираетесь выходить на работу, собираетесь ли выходить на работу? Я не хочу мусолить долго этот вопрос, отвечу как можно кратко, потому что я пока не готова говорить на эту тему и выставлять это на своем канале. Я не нахожусь в декрете, я не работаю по причине того, что я сижу по уходу за ребенком инвалидом. Вот, получаю за него определенную компенсацию. У моего старшего сына диагноз аутизм и, соответственно, инвалидность. Поэтому пока что на прежнюю работу или на работу какую-то с 8 до 6 я не могу выйти, потому что очень много времени приходится проводить с ним, возить его куда-то и все такое. И в будущем мне нужна такая работа с очень гибким графиком и очень хорошей зарплатой, чтобы перекрывала то, что я сейчас получаю. Ну, в общем, как-то так, пока не знаю. Вопрос тоже от этой же девушки, по-моему, с какого раза сдали экзамен в ГАИ. Теорию я сдала, еще раз повторяюсь, я уже на это отвечала, мне кажется, несколько раз. Теорию я сдала с первого раза. Теория для меня была, не была сложной, без единой ошибки я ее сдала с первого раза. А экзамен, соответственно, с третьего или с четвертого уже даже сейчас не помню, но суть в том, что уже полгода, как я с правами, чему я безумно рада. Вот, езжу и радуюсь. Реально, с машиной это просто такой кайф, это облегчение. И я думаю, почему я раньше это не могла додуматься до того, чтобы пойти обучаться. Почему я боялась чего-то, не знаю. В общем, девочки, если вы думаете, учиться или нет, делайте это как можно раньше, пока вы моложе, потому что легче обучаться, пока вы... молоды в любой сфере, на любой специальности, на любому навыку. Следующее видео идеи для подарков. Не очень поняла, это запрос на видео или что. Я как-то снимала уже такое видео года два назад. Не знаю, подумала над этой темой. И два вопроса очень похожи. В чем суть влога и что такое влогмас? Люди не смотрят просто мой канал, поэтому задают в Инстаграме такие вопросы. Влог это... видео среднего размера, да, средней длительности, о жизни, кусочки, вставки, я не знаю, я просто рассказываю сейчас для тех, кто точно посмотрит это видео, поэтому я не знаю, есть ли смысл объяснять, что такое влог во влоге, это глупо. Влогмас – это видео, посвященное подготовке к Новому году, Рождеству, закупке подарков и все такое, которые я снимаю с 1 по 31 декабря, даже с 1 декабря по 1 января, вот так. И еще вопрос, где встречать Новый год? Я его планирую встречать в этом году, как ни странно, как... никак каждый год буду встречать дома, с семьей, с мужем, с детьми. Обычно мы ходим к соседям, но в этот год будем вот проводить дома. Так что, надеюсь, я ответила на все ваши вопросы. Хорошего дня всем. Так, я поехала, значит, по делам в торговый центр. Ой, доехать без происшествий, потому что погода ужасная. У нас резко подморозилось. Все, вчера был
Плюс 2, сегодня минус 5 на губах. Тот же эссенс у меня, добиваем его, поэтому, наверное, не стоит говорить в каждом видео об этом. В общем, я еду заказать торт на свой день рождения. Там нужно внести предоплату, по весу там выбрать. И еду подарок выбирать себе от своей бабули. Вот, она мне, как всегда, дает денежку, я выбираю подарок. Часть подарка косметическую я уже заказала и хочу что-то из ювелирки. Но что вы узнаете уже, наверное, или в конце этого влога, или в следующем влоге. Вот, так что всем хорошего дня. Так, я вот заказываю тортики все время в булочнике. В общем, заказала себе торт, но не такой, который планировала изначально. Заказала другой тортик, маковый чизкейк. У них тут из чизкейка всего два варианта, поэтому... Но я все десерты у них пробовала и хотела что-то такое неприторно-сладкое. Вот, так что сейчас иду в торговый центр. Маску уже не снимаю, потому что снова заходите, снова буду требовать ее. Вот, а что купила, уже покажу вам в следующем влоге, во влоге со своего дня рождения. Делаю такой анонсик, так что всех целую. До встречи.